Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, и сегодня будем убивать слепого охотника при помощи мясницкого ножа. Я взял 5 штук себе, не знаю, хватит этого мне или нет, но на всякий случай взял еще 2 пистолета. Мало ли, не знаю, сколько понадобится для этого. Но сейчас проверим. У меня, если что, мясницкий нож чуть-чуть модифицированный. Хотел его попротестить, скажем так. Давай. Я посмотрю, сколько я ему за раз могу снять. Ну как, не особо мало, где-то 70 хп примерно, но все равно они. Так, давай. Сколько мне понадобится этих мясницких ножей, сколько мне понадобится аптечек. И хватит ли мне одной брони, вот в чем проблема. Я что-то не подумал взять еще одну броньку. Ну ладно, надеюсь, что хватит. Ай, больно. Так, давай. Надо еще вовремя как-то подходить к нему, чтобы он не успел, чтобы начинать бить сразу, а не спустя вечность. Ну, по идее, 50 хп я должен ему снести сейчас, чтобы активировать вот эту вот штуковину. Давай. Давай, 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 давай. Отлично. Даже больше, чем надо. Так, активирую. Не надо, чтобы он хилился мне еще тут. Так, 5 аптек позади. Мы сняли ему 300 хп. Будем знать. Так, давай. По идее, аптек должно хватить. Должно остаться еще штуки 2-3. Ну, если считать правильно. Так, все, хватит. Блин, как-то неудачно я встал. Так, давай, 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 давай. А, так тут одного мясницкого ножа хватит, по сути-то. Может, второй чуть-чуть надобью. Но не смертельно. Я думал, надо будет больше. Взял с собой 5 нахрена. Ты же вроде не сюда должен был врезаться, падла. Давай, давай, давай. Ну, где криты? Криты хочу, криты. Блин, критов нет. Давай. Давай, 400 надо, 400, отлично. Успел. Давай, еще чуть-чуть, братюнь, еще чуть-чуть. Ну, отлично. Давай сюда, вот прям сюда. Давай, 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 давай. Что у меня там брони? А, ну, хватит, все нормально. Одна зеленая бронька вполне себе. Даже 2 раза хватит его убить. Давай. Еще чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Так, второй нож зашел. Главное здесь не лохануться и слишком близко не стоять, чтобы меня волной не зацепило. Бывало такое, что стоишь вроде далеко, он бьется об стену, но в этот момент убивает и тебя. Хотя ты стоял реально далеко. Ну. Не прям далеко, но не в радиусе, в общем. Поэтому я боюсь, отхожу подальше. Так, ну еще примерно один разок, да? Последний. Давай. Я тебя добью, мне все равно пофигу. По 2 урона будете снимать, но я тебя добью. Давай, 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 давай. Все, пока. Ну чё, в принципе, не так уж и много мы израсходовали. Ну как, 16 аптечек, один полный мясницкий нож и еще четверть.
Мясницкий нож у меня с двумя модификациями. Тактический нож мясника и охотничья рукоять. Урон 22, скорость 1,7. Посмотрим, что у него. Так, 3 блокнота, 3 шеврона, 3 жетона и 10 красных талонов. Лут, как всегда, обычный. Редко очень с него падает еще какой-то пятый лут. Это типа, может быть, либо кость, либо как этот узор на чомпер. Это череп, узор черепа. Либо что-то еще падало, вот не помню что. А на этом все, ребят. Если вам понравился этот ролик, был как-то полезен, то обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока, до скорых встреч.